Время новостей на телеканале «Север». В студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте. И сегодня в выпуске. 19 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Госдумы Российской Федерации 8-го созыва. Расскажем об официальных итогах в Ненецком автономном округе. Не проехать, не пройти. Не все дорожные проезды окружной столицы оказались приспособлены к дождливому времени года. Местные жители обратились к городским депутатам с просьбой исправить ситуацию. Главное не победа, а участие. Ненецкий округ в эти выходные присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросс-нации-2021». Об этом мы не только расскажем в ближайшие 20 минут. Начнем выпуск с трагической новости. Вся страна скорбит о погибшем в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Утро в образовательном учреждении началось со стрельбы. 18-летний студент первого курса открыл огонь из ружья сначала на территории кампуса, а затем в 8-м учебном корпусе. Трагедия унесла жизни 6 человек, еще 24 пострадали. Из них 19 получили огнестрельные ранения. Во время инцидента студенты и преподаватели баррикадировались в аудиториях, а некоторые эвакуировались из окон второго этажа. При задержании стрелок был ранен, так как оказывал сопротивление. В связи с трагедией все учебные и дошкольные учреждения в Перми приостановили образовательный процесс. Свои соболезнования выразил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный на своей странице социальной сети ВКонтакте. На площади Марацци организовали акцию «Свеча скорби» в память о трагически погибших невинных людях. 19 сентября в России завершилось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации 8-го созыва. Официальные итоги результатов выборов в Ненецком автономном округе подвел глава регионального избиркома Иван Макаров. Выборы в Государственную Думу в 2021 году проводились по смешанной системе, по одномандатным округам и партийным спискам. Участие в выборах принимали 14 политических партий, как парламентских, так и нет, и кандидаты-одномандатники. В Ненецком одномандатном округе за депутатский мандат боролись представители 6 политических партий. В голосовании по партийному списку приняли участие 14 994 избирателя, что составляет 42,6% от числа избирателей. В голосовании по одномандатному избирательному округу приняли участие 12 498 избирателей, что составляет 36,1% от числа избирателей. Досрочно на территории округа проголосовали 2420 избирателей, в том числе 2173 вахтовика, 211 работников оленеводческих хозяйств и 32 жителя тех населенных пунктов, где не образовывались, не создавались избирательные участки. В ходе предвыборной кампании избирательная комиссия Ненецкого автономного округа рассмотрела 3 жалобы, связанные с ходом агитации, и приняла по ним соответствующее решение. В настоящее время ни по одному избирательному участку результаты голосования не оспариваются ни одним из участников избирательного процесса, ни избирателями, ни кандидатами, ни политическими партиями. Впервые за ходом выборов в режиме реального времени можно было следить по мониторам в Центре общественного наблюдения. На мой взгляд, опыт положительный. Первый раз в истории Российской Федерации. Я думаю, что таким способом была обеспечена полная легитимность прошедших выборов. Все 3 дня голосования круглосуточно в Центре общественного наблюдения дежурили наблюдатели. Только в нашем регионе было подготовлено порядка 110 человек. Все 3 дня мы дежурили в Центре общественного наблюдения. И вот этот механизм онлайн-наблюдения за выборами, он показал, конечно, себя эффективным. В частности, те сообщения, которые поступали на колл-центр, нам удавалось прямо в режиме реального времени проверять, и нарушения не подтвердились. В ходе брифинга глава регионального избиркома проинформировал представителей окружных СМИ об официальных итогах выборов в Государственную Думу в Ненецком автономном округе по партийным спискам. В пропорциональной части выборов победу на территории Ненецкого автономного округа одерживает партийный список политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» с результатом 4917 голосов или 31,9%. В целом по округу политические силы на выборах в Госдуму среди партий распределились следующим образом. КПРФ более 31%, Единая Россия свыше 29%, ЛДПР более 11%, Справедливая Россия за правду свыше 7%, Новые люди более 6%, остальные партии не преодолели 5% барьер, как и в целом по стране. По одномандатному избирательному округу номер 221 победу одерживает Сергей Николаевич Коткин
кандидат, выдвинутый политической партией «Единая Россия» с результатом 5072 голоса или 39,5%. Из 6 кандидатов, принимавших участие в выборах по одномандатному избирательному округу, голоса избирателей распределились следующим образом. Лидирует Сергей Коткин, представитель партии «Единая Россия». Далее идет Михаил Райн, кандидат от КПРФ. И замыкает тройку лидеров Андрей Смыченков, представитель ЛДПР. Также у нас на территории Ненецкого автономного округа в эти дни прошли муниципальные выборы. Определился победитель в одномандатном избирательном округе на дополнительных выборах округ номер 6. Портовый в городе 192 голоса, 192 избирателя с результатом 42,7% поддержали Елену Кислякову. Главой Пустозерского сельсовета избрана Светлана Макарова. Она набрала 156 голосов с показателем более 75%. В муниципалитете также выбрали местных депутатов. В селе Оксино из 4 мандатов 3 достались кандидатам от «Единой России» и один самовыдвиженцу. В поселке Хангурей 2 мандата распределились между кандидатом единороссом и самовыдвиженцем. В деревне Каменка победу одержал самовыдвиженец. На избирательные участки в дни голосования в этом муниципальном образовании пришли 36,6% избирателей. На выборах главы Малоземельского сельсовета победил самовыдвиженец Николай Марюев. За него проголосовали 272 избирателя, что составило 64% от всех голосов. Также здесь был сформирован поселковый совет. Из 7 депутатских мест поселкового совета депутатов 6 мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия», один кандидат от политической партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Жители поселка Амдерма на прошедших выборах голосовали за депутатов поселкового совета. 7 мандатов получат 4 кандидата от политической партии «Единая Россия», один от ЛДПР и 2 кандидата, которые выдвигались в порядке самовыдвижения. В многомандатном избирательном округе в Оме также голосовали за депутатский корпус. В состав совета по результатам голосования войдут 3 представителя от «Единой России», по одному от ЛДПР и СССРов. Явка в муниципальном образовании составила 35,5%. Как видите, в округе действуют и пользуются поддержкой избирателей различные политические силы, что является признаком здорового общества и нормальной общественно-политической обстановки в регионе. Василий Хатензейский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». Ковидная статистика в Ненецком автономном округе набирает обороты. Цифры говорят сами за себя. Только в минувшие выходные в регионе было выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, плюс 2 летальных исхода. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 165 человек. Из них стационарное лечение получают 44 человека, амбулаторное – 121. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 2169 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 2015 человек, 33 из них за прошедшие сутки. В регионе зарегистрировано 42 летальных исхода от коронавируса. Напоминаем, что в Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности и обязательный масочный режим. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. МЧС напоминает жителям Ненецкого округа о необходимости аккуратного обращения с отопительными приборами и соблюдения правил их эксплуатации. С начала года в Ненецком округе уже зарегистрировано 119 пожаров. По сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период было зафиксировано всего 80 возгораний. В огне погибло 2 человека, пострадало 8. Эти показатели в 2 раза превышают прошлогодние. Чтобы остановить статистику, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Вот. И для того, чтобы безопасно нам подойти к началу отопительного сезона, прежде всего нужно свои установки отопительные правильно обслужить, то есть почистить дымоходы. Если есть какие-то трещины, трещины нужно отремонтировать в печах, в котлах. Также уже непосредственно при эксплуатации не следует оставлять без присмотра печи, не следует ни в коем случае поручать топку печей, котлов детям, не допускать перекала их. Это одна из наиболее распространенных причин пожаров. Как показывает практика, основная причина пожаров – несоблюдение правил эксплуатации отопительных приборов, особенно в сельской местности.
До конца месяца в Нарьян-Маре будет завершено строительство двух объектов благоустройства. Речь идет о спортивно-игровом кластере по улице Строительной и детской площадке в районе детского сада «Радуга». Оба объекта готовы на 98%. Накануне ход работ проинспектировал глава региона Юрий Бездудный. Беседка для родителей, качели, спортивные зоны для игр в мини-футбол и баскетбол, а также всесезонная ель. Многофункциональная детская площадка по улице Строительной разделена на несколько зон. Провести время здесь будет интересно ребятам любого возраста. Все ребята с соседних домов точно придут сюда. Ну, я на гравиде, она огражденная, и здесь не очень плотно застройки, поэтому не будут мешать жителям. Мяч не попадет на дорогу. Для детей безопасно абсолютно. Мне кажется, не только дети здесь будут заниматься, здесь и взрослые будут приходить. В районе детского сада «Радуга» работы также подходят к завершению. Здесь уже установлена тарзанка, беседка, скалодром, детский игровой комплекс и зона спортивных снарядов для занятий воркаутом. Подрядчику осталось уложить цветное травмобезопасное покрытие, установить освещение и оградить территорию, а также выполнить озеленение. По пожеланиям жителей города установлены топиарии в виде зайчиков, гномиков и грибов. Это именно жители рисовали. Потом уже по учетам их мнений, значит, на общественной комиссии мы утверждали малые фигурные формы, смотрели, значит, чтобы они согласовывались с тем, что люди хотели. Видите, предусмотрена здесь именно прогулочная зона, потому что очень широкие, видите, тропинки, что мамочки могли не просто здесь посидеть с ребенком, а еще с коляской погулять. В комфортных условиях и в комфортной среде. Все пожелания жителей учли? Да. Оба объекта стали победителями рейтингового голосования в 2020 году. К строительству подрядчик приступил в июне, а завершить благоустройство общественных территорий, согласно контракту, должен не позднее 30 сентября. На данный момент уже примерно 98% готовности. Осталось нам по погодным условиям, когда будет солнышко, приклеить ровное резиновое покрытие на элементах, рядом с элементами точнее. И, соответственно, нам еще осталось буквально установить садовое ограждение. Все. Оба объекта реализуются с привлечением средств федерального бюджета в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», национального проекта «Жилье и городская среда». Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». Наступила осень, дожди по прогнозу все чаще, а значит и луж на улице все больше. Закономерность вполне естественная и логичная, но не все дорожные проезды оказались приспособлены к такому времени года. Местные жители обратились к городским депутатам с просьбой исправить ситуацию. Подробнее в сюжете Дарьи Чупровой. Местные жители собрались у бани номер один. Сюда они приходят каждую неделю, и в осенне-весенний период дорога доставляет им немало трудностей. Подъедешь к бане, не выйти, лужи. Это одно. Здесь вот сейчас под водой, там вот так вот высотой доски стоят, ямы. Машиной уже не проехать, но это еще ладно машиной, полбеды. Вот тротуар, видите, угнутый тоже. Вот эта лужа, когда разливается, особенно по весне, а люди идут с остановки сюда в баню, по тротуару. Им тут уже не пройти, полностью по луже, они обходят, где придется. Забетонировать и будет подход и подъезд. Все, всего лишь навсего. Баня нужна, всем нужна. В прошлую пятницу от жителей поступило обращение в Совет городского округа о неудовлетворительном состоянии этого дорожного проезда. В настоящий момент депутаты готовят обращение в мэрию. Я предполагаю, что будет дано поручение, произведется обсчет и обмеры данной дороги, чтобы понимать фактические затраты средств, которые необходимы для ремонта данной дороги. Дорога уже износилась, она эксплуатируется более 10 лет. Ну, если успеет мэрия обсчитать, будем включать бюджет на следующий год, ну и смотреть, как мы сможем это все быстро сделать. В 2021 году в Нарьян-Маре реализуются 24 проекта по программе формирования комфортной городской среды. Единственное, что у нас, скорее всего, один проект не будет реализован ввиду непоставки подрядчикам двух детских площадок. И в данный момент идет задержка поставки щебеня. Вот, как только щебень будет поставлен на Нарьян-Мар, будет производиться ремонт, ямочный ремонт грунтовых дорог. В том числе и попытаемся в этом году засыпать яму, которая у нас возле светофора по данной дороге. Депутаты городского совета открыты для предложений граждан. Мы готовы оказывать всяческую помощь по мере возможности. Есть, скажем так, предложения граждан, которые носят большие финансовые затраты, тем не менее они включаются в программы и включаются в бюджет.
С проблемой луж жители микрорайона столкнулись в том числе из-за того, что данный дворовый проезд относится к пятой категории и по приоритетности уступает остальным дорожным участкам города, которые тоже нуждаются в откачке сточных вод. В первую очередь предприятие «Чистый город» заботится о состоянии дорог возле образовательных учреждений, детских садов, школ и возле пешеходных переходов. Работа сотрудников муниципального предприятия зависит от погодных условий. Дарья Чупрова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Центр природопользования и охраны окружающей среды совместно с сотрудниками рыбоохраны 17 сентября провели очередной рейд. Очередное природоохранное мероприятие проходило на втором участке Нижнепечерской поймы. Задач было несколько. Одна из них – контроль за соблюдением правил охоты. Очень много мы наблюдали диких гусей, уток, лебедей. Все они сейчас собираются в стае. Помимо этого проводились природные учеты, а также проверка соблюдения правил рыбной ловли. В ходе рейда было изъято около 150 метров сетей, а вся рыба была выпущена в естественную среду обитания. Сотрудники Центра природопользования напоминают, что для вылова рыбы на особо охраняемых природных территориях жителям округа необходима специальная лицензия. Правонарушители могут понести как административную, так и уголовную ответственность. Главное не победа, а участие. Ненецкий округ в эти выходные присоединился к Всероссийскому дню бега «Кросснации-2021». В этом году мероприятие собрало почти 200 участников от мала до велика. С лыжероллерной трассы передает Александра Литкова. Внимание! Марш! Небольшой дождь и ветер не стали помехой для тех, кто решил проявить силу и выносливость. На лыжероллерной трассе в Нарьян-Маре собрались почти 190 человек. Первыми на дистанцию в 1 километр вышли самые юные участники. Лиза Липунова на кроссе нации в третий раз. Говорит, несмотря на регулярные тренировки, бежать было непросто. Я хожу вот на тренировки лыжные, и я там тренировалась, бегала и участвую теперь в соревнованиях. Тем временем к старту готовятся ребята постарше. Их дистанция 2 километра. Настрой супер. У меня старшая сестра бегает, поэтому я посмотрела на ее опыты в спорте и решила тоже сбегать. Роман Латышев – постоянный участник кросса нации. Спортом занимается с детства. Пробежать 3-4 километра для него проще простого. Поэтому в этом году молодой человек повысил планку до 12 километров. Вообще считается, что много, да. Но если тренироваться, я думаю, возможно. На тренировке бегал такие дистанции, но на соревнованиях еще ни разу впервые будет. Надеюсь, что хорошо. Ненецкий округ принимает участие во Всероссийском дне бега «Кросснации» с 2007 года. Все участники, количество которых с каждым разом становится все больше, поделены на 6 возрастных групп. На регистрацию пришло 190 человек. Значит, соответственно, все разделены по группам. Самые маленькие – это у нас 2012 год и младше. И потом у нас 2011-2008 и по поднятию, то есть, скажем, возрастной группы. К самому массовому в стране легкоатлетическому забегу присоединились и первые лица региона во главе с губернатором Юрием Бездудным. С удовольствием участвую всегда в кроссе нации и очень надеюсь, что меня поддержат и многие жители округа. Это не Олимпиада, здесь не надо проходить никакой отбор, можно просто прийти, зарегистрироваться и принять участие. Главный девиз этих соревнований – не победа, а участие. По итогам всех забегов были определены по 3 победителя в каждой возрастной группе. Спортсменов наградили кубками, медалями и дипломами Министерства спорта России. Также все участники забега получили сладкие призы от организаторов. Александра Литкова, Вадим Стасюк, телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.